Слышали, что Константин Кинчев выступил в вашу поддержку, несмотря на то, что он политически расходится с вами. Он сказал, что Борис Гребенщиков, Макаревич – это достояние России, и его очень расстраивает, что вот так сейчас в медиа и в России против вас объявлена некая кампания. Все время про это говорю, что у каждого человека есть право думать, как он хочет, делать, как он хочет, и относиться к людям, как он хочет. Костя, что бы про него ни говорили, что бы ни думали, что бы он ни делал, он честный человек все равно. Он делает то, что он на самом деле думает. Поэтому честь ему и хвала. Что бы он ни делал, его дело.